Приветствую всех на своем канале, и в этом видео я расскажу, как Амна готовит знаменитый салат табуле. Для приготовления потребуется 2 столовые ложки бургула, крупы, которую вы завариваете горячей водой и оставляете на то время, которое вам потребуется, чтобы нарезать зелень. Зелень должна быть только свежая. Это петрушка, мята, зеленый лук, помидор. Все это очень мелко нарезано и заправлено лимонным соком, солью и оливковым маслом. Табулей очень прост и быстро в приготовлении. Из-за свежести зелени он очень полезный, но в то же время питательность он получает из-за крупы. Я знаю, что есть много рецептов, кто-то готовит его, например, с киноа или с другими крупами. Есть варианты добавить гранат, свежий гранат, или белый сыр, сухарики, но тогда это уже будет не классический табуле, это уже будет называться как-то по-другому. Табуле известен со средневековья. Основными странами его происхождения являются Сирия и Ливан, и он популярен до сегодняшнего дня. Это является очень легкой закуской к мясу, его подают на свадьбах. И единственная проблема с ним, из-за того, что зелень порублена очень-очень мелко, он так или иначе, естественно, застревает в зубах. Поэтому, когда вы за столом пытаетесь вести светские разговоры, нужно перепроверять, что у вас нет листьев этого салата в зубах. И вот вы видите завершающий этап. Амна добавляют бургур, который не варился, он просто был замочен в горячей воде. Сколько добавить крупы? Индивидуально. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. Амна добавила 2 столовые ложки, и это нам показалось больше, чем достаточно. Также она добавляет сок целого большого лимона. Тоже индивидуально, кому-то нравится покислее, кому-то солонее. Мне нравится небольшая кислинка, очень раскрывает вкус свежей зелени. Ну и, конечно же, оливковое масло, куда без него. Обязательно все тщательно перемешать и идем накрывать на стол. Сегодня мы ужинаем на открытом воздухе, мы делали мясо и подавали к нему тхину, хумус и, естественно, табуле, который пришелся очень кстати. Я надеюсь, вам понравился рецепт. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за просмотр. Приятного аппетита и всем пока!